Мы дошли до интересного момента в моей жизни. Дело в том, что мне всегда было интересно, что же произошло с Костей и Соней после того, как они поженились. Песня идет. Песня с кинофильма «Два бойца» заканчивается на самом интересном месте. Так вот, мы сейчас попробуем вам исполнить старый вариант, который всем известен. И сразу будет переход на новый вариант, который называется «После свадьбы». Класс. Проверим, как войско там. Я пропил на воду, а я деревья на поле.
лесу, маму, взял ты за очень недавно, дай, что мной равноватка и интересует. Да все, ну давай ты назад. Похмеляли кости на экран. Послушать, как поет Бернес. Я вам не скажу, я всю Одессу. Вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и пересы. Похмажали кости у моряка. Наш Константин берет гитару. Тихий, ничего не делает.